Привет тебе. Добрый день. Или что там у тебя? Продолжаем играть. А, Вячеслав. Village 8. Я вообще забросил. Village 8 я его забросил. Забросил. В общем, не важно. Забросил я его, потому что мне снова не было интересно ее играть дальше. Я был очень разочарован всем происходящим. Я поэтому решил. Должен такой знак написать. Короче, не важно, бред все равно. А рыба. Просто жди. Тут пистолет. Есть что там? О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Кстати, да. У меня есть новинки. Оказывается, есть русский язык, блядь. Внутри. Твари. Нужно нахуй куда-нибудь. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая талия. Но... Надеюсь, эта штука вам придет. В смысле? Еда — это жизнь. Хорошо, я закончил. До новых встреч. Thank you.
теперь мои щиты ничего не грозят. Хорошо. И у меня есть защечная подкладка. Назад пойдем, там что у нас? Как бы не поведать. Обдрюстался, что ли? Так, ну вот дом с красной трубой. Хорошо, я нашел дом с красной трубой. Ладно, там может как-то... Дважды обосрался. Конечно, есть дыра. Это все вроде бы лучше. Мне надо обойти. Да. Ну, что здесь есть? Он со мной есть очки. Давайте все кладем из-за этого. Немножко странно. Мужчина, вставайте. Так, звук я не слышу. Так, это, наверное, там можно сдвинуть. У меня нечего, чего? Thank you.
Нот Инта. Я особо не дано не может, я уже не помню. Ой, никто. Вот, сяду. Нахуя мне нужен этот ваш пистолет? Я понять не могу. Типа, у него чё? Можно посмотреть? Как там, блядь, посмотреть? Изучить? Типа, 160, да? Окей. 40, 30, получается 170, 150.
встречу, мой замес. Чего не... Ты ничего не можешь? Сообразить, блядь. Какой-то завтра размещение. Мне это вообще мне не нравится. А сколько такое, блядь, сколько вообще возможно. Смотри, сколько я места, блядь, нашел. Я чё, не нажал там подтвердить или ещё что-то? Да, не нажал. Сейчас крепача у меня нету. Нет, делать здесь. Жалко, что я приду. Заметьте, я сейчас буду бегать, то есть это бомбоёб. Ну, зачем так делать? Чем, в чём? Дом снимать. Мне сейчас интересно, что... Мичка, это хорошо. А, типа, ты здесь зверушки, да?
с Архиросовы. Они кристаллами жопу подтирают. Так, Фойс убили там. Принес жертву матери Миранды Декас и принес шерсть матери Миранды. Она поручила мне найти лекарство и дисциплину из списка на пару неинтересных вещей. Никаких новостей от матери Миранды, а животина всегда приносится. Мне поручили нести вещи в церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище, там стояли все четверо владык. Мать Миранды держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова. Дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала. Мать Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. Что бы с ней ни случилось, она бы не придумала свою первоначальную опыту. Она дала часть кристалла. Я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Мне до сих пор холодно. Что она сделала? Что это за ребенок? Что это за ребенок? Что это за ребенок? Нужны еще три части, чтобы остановить целое. В смысле? Ты не можешь его взять? В чем проблема, Итана? Надо идти к герцогу. Ну охуенно ж! Возвращаюсь к герцогу. О, смотри, несет дом, и там я не все нашел. Кристаллики они, блядь, запихали, а то они не сусрались. Проверили, да.
погнал сейчас туда, но и разбегаем там кого-то спас. А потом туда еще. Там еще больше. Если этого нет. О, есть отмычка. А вот рядом. Блять, я забыл, что по ним надо было. Сука. Мясо и все. Необычный цвет дает мясо. Сырой или нет? Давай один на один. Раз на раз. Есть. Семейку звали. Чудесно, когда у вас все. Вот, давай сейчас сюда пробежим. О, вот, просто. А там эти хуевины летают уже. На, одним ударом двоих. Заварить.
много патронов. Да. Но в дом я не вернусь. Ладно, идем к герцогу. Аллей. Так, может я могу подробности настроить жить? Да, забыл. Снаёв появился. Гранатомёт. Скажите, пожалуйста, здесь есть чемодан, чтобы убирать? Ну как, узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь.
Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде. Одну из них вы и встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья — Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельниц. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Ебать, нутся, блядь. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждая из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Давай сейчас бегаем. Сейчас сбегаем за этим чемоданом. Хотите что-то купить? А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Не нравится? По мне так. Мне не терпится.
банта к цене будет. Хочется увидеть ваши новые находки. Или... Заходите, Итан. Типа я их нахожу запчасти, а потом продаю, чтобы ценник дал. Вот на это стоит раскошелиться. Нет задачи важнее, чем добыча товаров. Нет ничего важнее. Я все мясо из крови, да? Еда – это жизнь. И нахуй, знал бы, не продал. Так, побольше чемодан взять. Они стоят больше, чем один. Один из самых популярных товаров. Надеюсь, эта штука вокруг. До новых встреч! У нас вообще-то есть гранат, как бы. Немало. Надо ими пользоваться. Вообще, если гранат. Так, что я сейчас хотел сделать? Вернуться обратно, а там... И это мы сокровища взяли. Ладно, не знаю.
Подожди, это том же скрипача, ну ебаный в рот. Наши. Там же нечего. Ладно. Свет, побри. Блядь, же могли вот через это. Запомни. Вообще время допело. Ни на что, просто побег. А я как мне вернуться? А, господи! А, давай вниз, там по мостику, мы можем там пройти. Давай, все решено. Идем за вот этой кучей. Че? Нет? Как говорить, все. Должны здесь на машину полки. Так, там есть тупик, я. Опасно. Это безопасно. Ну да.
связь с Амиго. Итан, подойди ко мне. Чё? Мне нужно кое-что сказать. Мия? Что происходит? Тебя наебывают, да что? Я кошку кушу. Стань баран. Никогда не убирай оружие, бля. Возможно. Вы с Розой меня бросили. Я не хочу быть одна. Быть того не может. С ума схожу. Ты постой. Мне уж надо табличку ставить, куда она берется. Происходит. Пойдем со мной, и не просто пойдем. Приколуйся с ним. Один. Прям. Шо?
тогда какие-то парады. Поменьше, чем завтра. Так, костяшки. Заебать костяшки. Так, второй первый. Ну все, он не первый. Потому что торопится. Стой дома. Чего так много-то всего здесь? Много совершенно не пугает. Очень много не пугает. Что-то здесь, бля, есть. Thank you.
Есть, а что хоть пойми, где. Да. Что-нибудь там, не знаю, песни, сверкани. Езду. Идем, ищем сохранение. Сама ищет секрет. Езда. Беру находок. С ней биться на водопаде. Ну, это вообще комната. Серьезно? Смотри, оно здесь показывает. Помните, что-то есть. Правда? А где, блядь, есть что-то есть? Thank you.
здорово. Так, давай, короче, сохранимся, мне там все. Все, давай, счастливо.